Увидев своими глазами, что Джемаль жив, и узнав, что они с Умай сообщники, у Юмран с ними обоими будет тяжелый разговор. В то время как Юмран должна сделать сложный выбор между фактами и лжецами, Умай не намерена оставлять свое будущее в руках Юмран. Пока Решат преследует прошлое Илдемара и Умай, планы Умай на будущее станут и вовсе неожиданностью для Решата. В то время как веревки между Юмра и Умай растягиваются еще больше, чем когда-либо, между Хаят и Хаэль происходит огромный взрыв из-за вулкана. То, что происходит между девушками, влияет как на семью Карай, так и на семью Санер. Когда Резан и Хаят столкнутся, для Умай откроются старые тетрадки. Джемаль начинает ревновать Илдемара к Юмран, что становится очень даже опасным.